1982 года на Каннском фестивале состоялась премьера художественного фильма «Инопланетянин». После окончания сеанса зрители устроили 20-минутную овацию режиссеру картины Стивену Спилбергу. Критики назвали «Инопланетянина» лучшим семейным фильмом в истории мирового кино. Он остается популярным у зрителей уже более 20 лет. По словам режиссера, идея картины пришла к нему в детстве, когда он мучительно переживал развод родителей. Тогда-то он и придумал себе воображаемого друга, недостающего члена семьи. Сегодня 11 июня 2007 года.